скалы, горы, деревья, море. Красота. По навигатору мы должны приехать, ну, почти что в 9 часов вечера. Еще с дек мы заказали. Кое-что. И с дек до 8. А, и Валберис, да, но это все работает до 8 или до 9, до 8, да? Валберис, ну, Валберис, может, успеем, а с дек... СДЭК у нас тоже в нашем регионе до 9, а здесь... Ну, в общем, скорее всего, мы уже не успеем сегодня, но будем завтра забирать все наши посылки. Так получилось, что мы, в общем, решили в Сочи заказать, потому что удобнее. Едем и смотрим, как наш кот кушает. Немножко камера тормозит. Ну, не это камера, интернет, точнее, такой. Интернет тормозит, да. Ты не включил ему там звук? Он не слышит? Нет, нет. Все, покушал. Мы слышим, да? Вот. Нет, вот он торчит. Ну, просто тормозит интернет. Мы уже в Лоу. Остался нам часик и будем в Сочи. Лево хрустит. Выключили кондиционер, открыли окошки. Мы же приехали к бабушке в гости. Тут смотрите, какую нам овечку бабушку подарила Миланке. Ой, какая прелесть. Даже теперь... Она такая мягенькая. О, я вспышку включила. Знаете? Красивый такой цвет. Как зефирка, да? О, давай мы ее назовем зефирка. Да? Зефирка красивая. Вообще, по-моему, это овечка из хора. Да? Знаешь, что это такое хора? Ну, я слышала. Типа игры. Ну да, да, да. Слушай, ну красиво. Ой, смотри, еще красиво. Типа какая-то Алена или кто-то такой путешественник. Конфетница такая. Ой, мама, такая конфетница у тебя красивая. Вот мне это. Напишите в комментариях, правда это или нет? Или угу. Она вообще прелесть. А вот, Лень, красивенько. Да? Красота. Борщик немножко. Будешь борщик? Все хорошо. И, Милашенька, и ты будешь борщик. Видно уже красота. Вот сюда нальем, сейчас будет красота. Лика уже с утра голову помыла. Всем доброе утро. А у нас на завтрак разные фрукты. Ой, я буду вот такой зеленый чай. А это что за чай? Черный? Черный. Милаш, ты какой чаек будешь? Я как Лика. Ну, Лика тогда черный. Еще вот такая черешенька. Ну, сейчас тортик, творожки, конфетки разные. Лика вчера попробовала вот этот персик инжирный. Сейчас тоже его попробую. Мама, очень вкусно. Можно? Можно, да. Сейчас я холодной водички добавлю, потому что кипяток, видишь? Угу. А салатик ананасовый? Ой, нет, салатик не будем. Тортик достаточно. Так, сейчас я подвину. А вот сюда можно просто поставить и все. И так вот. Ммм, какой тортик. Ты тортик будешь, Милаш? Да. Я тоже тортик буду и творожок. Миланка сейчас наденет свой браслетик вот такой от комаров. Он действует 7 суток. Вот, для детей 2 лет. Так что сейчас наденем, потому что здесь очень комаров очень много, да, Мил? Я его сейчас надену и 7 суток, то есть неделю мы его будем. Не, ну когда купаться, то будем снимать. Миланке тут куча татушек разные, да? Смотрите, даже включила вспышку, чтобы поярче видеть. А здесь покажи, какая. Вот такая, здесь вот такая татушка. Мам, домофон, ты, наверное, пиццу принесли? Домофон. А это вам пиццу дадут? Да, мы пиццу заказывали. Понять? Да, понятно. Очень приятно. Одевай браслет на руку. На руку одевай. Вот такой розовенький, симпатичненький, отпугивает комаров. Принесли. Мы заказывали. Подожди, вот так вот сейчас подвину это все. Подожди, подожди. Ой, поправь, а то я. Ликуль.
Милан, только когда купаться и будешь снимать, я оставила пакетик. Убирай, пожалуйста, ладно, в пакетик. Нет. А это что? А, это сырнички себе заказывала. Маргарита, да? А, пепперони. Это пепперони пицца. Угу. Вот. Ой. А подожди, аккуратненько. Взяли маленькую, взяли другую большую пиццу. Оп. Ого. Ого. Какая гигантская. Да. Так, а здесь получаются сырники. И еще альпы. А еще мы сейчас идем в СДЭК, в Wildberries, нам нужно все позабирать, все посылочки. Эту картину делала Данк, смотрите, красивая какая. Смотрите, заказала платье красивое, сейчас хочу его надеть, но я надеюсь, что там тепло. Посмотрите, сколько градусов. Оно, слушайте, вот Лике гладить платье надо, а у меня платье, оно идеально. Кстати, здесь видео выкладываем параллельно. Представляете, оно вообще не мнется, это вискоза с чем-то. С чем-то. Ткань. А? Вискоза и акрил. Качество обалденное. Очень мягко. И оно вообще не мнется здесь пояском. Сейчас вам покажу. Я надеюсь, что я в нем не замерзну. Оно такое, знаете, удлиненное. На пуговичках. Сейчас я вам покажу. Соберу тут. Смотрите, на пуговичках, такие пуговички. Смотрите, какая расцветка, бомба просто. Вот таким рукавчиком. Смотри, нравится такое? Да. Красиво, скажи. Так, давайте посмотрим. Я себе заказала в 44-м размере 50% вискозы и 50% полиэстер. Да, в синем цвете. Такое вот платьюшко. Слушайте, удобно вот в дорогу, это то, что нужно. Оно не мнется, оно... Вот у меня есть, знаете, платье такое укороченное, ну, наверное, вы видели, с длинным рукавом, тоже оно как типа шифона. Оно не мнется, я его вообще вот так вот тук-тук-тук скрутила, положила в чемодан. Совсем мало места занимает, и нету возни с ним, что оно помялось. Бывают такие ткани, вот только оденешь, только села где-то, все уже оно все измятое, уже не тот вид. Я люблю вот такие ткани, когда в дорогу, это вообще самое то. Сейчас пойду примерять. Главное, чтобы я не замерзла в нем. Ну что, мы едем на машине, потому что у нас идет дождь. Но ничего страшного. Пойдем погуляем, сейчас заедем в СДЭК, заедем в Валбери, заберем все наши покупки, посылки. Маму завезли, она пошла там, делает капельницу, и мы ее завезли в больницу. Ну, там не больница, в общем, как поликлиника такая. И сами вот поехали в СДЭК все забирать. Потом, наверное, дождемся маму. И чтобы дома не сидеть, если дождь не закончится, хотя по прогнозу стояло в 11 часов, он заканчивается. Да, и типа до 7 нет. Я думала, как раз мы погуляем, в принципе, в 6 с набережной уйдем. И потихонечку, чтобы в дождь не попасть, уже пойдем домой. Ну, что-то весь день идет дождь. В общем, пойдем, наверное, в торговый центр Муримол погуляем, на шопинг сходим. А потом уже, ну, доедем на машине тогда где-нибудь до набережной, там поставим. Может быть, не будет дождя, погуляем по набережной. Будет дождь, значит, пойдем, мы там запланировали кафе Ниди покушать, рыбка, барабулька, уже чтобы ничего не менять, планы, будем уже выкручиваться, как-то выкручиваться. В общем, погодка у нас такая. Вот сейчас дождь закончился, mm-hmm. Да? Он то ливень идет, то раз резко закончился. Может быть, повезет, подъедем к набережной, хоть сможем погулять. Конечно, я очень хотела солнечную погоду погулять по набережной, прям очень. Честно сказать, я планировала на пляж сходить. Ну, посмотрим. Так, вот видите, все ходят в маечках, в шортиках. Вот, тепло. Вика заказала такие браслетики. Откроешь, я посмотрю. Там, ну, они вообще одинаковые? Угу. Алика заказывала в эти разные. Ну, нет, одинаковые. Да? Да. Смотрите, какой браслет развивается. Угу.
Ну, все нормально, да? Вы одну листку разобрали? Да, вот это очень вкусно. Угу. Смотрите, как красиво смотрится. Правда, надавила только резинкой, пружинкой браслетиком, а браслет обалденный. Сияет. У Лики тут все блестит. И кольцо блестящее, и браслет такой же, как у меня. Но у нее, видите, не цветной. Не, ну, у меня от комара браслет. Я выбираю специально. И вот здесь тоже. А у меня, смотрите, вот так вот. Слушайте, ну так переливается, ну красота. Маме у меня лучше. Ты хочешь цветной? У меня цветной. А вот, кстати, цветочки, которые вот мы маме заказывали курьером. Да, смотрите, какие они красивые. Вот такую открыточку мы еще заказали. Там подписано пожелание. Очень красиво. Уже сколько? С апреля месяца вот стоят они. Очень красиво выглядят. И такие прям вот яркие цвета. Прям мне нравятся. На улице пошел опять дождь. И смотрите, идет липа. Красиво. В новых туфлях идет дождь. Не, ну они красивые, конечно. Очень красивые. Деловая. Но они не спадают. Свободно, да, на руке, ну где? Мы с бабушкой в одинаковом цвете наряд. Горошек, синий горошек. Вот 500 рублей черешня. Черешня? 500 рублей черешня. А мы по 300 взяли. А Лика еще говорит, что-то дороговато. 300 рублей черешня. Я говорю, нормально. У нас в Санкт-Петербурге, ну, месяц назад, ну, не месяц назад, ну, недели там три назад. Мы спрашивали. Пойдем аккуратно, переходим. Спрашивали, черешня 400-450 было. Как я люблю это платье, все, прям... Не хочется его снимать. Такое красивое. И комфортное. На кубанский рынок пойдите, или магазины кубанские. Там по 300 будет. Так мы по 300 набрали, там еще целый мешок. Тебе нравится помада? Металлик. Красивая. Такая матовая. Вроде дождик. Вроде дождик закончился. Лика, на каблуках удобно? Пока нормально, пока не встала. Просто так сейчас ухожу на каблуках. Пойдем на шопинг, потом пойдем где-нибудь перекусим, наверное. Миланка у Лики попросила сумочку. С собой свою не взяла? Я забыла. Попросила Ликину такую маленькую, она ей тут прям подходит по цвету. И она такая небольшая, да, Милаш? Класс. А еще мне нравится, так птички поют. Красота. Мы идем сейчас ближе к пляжу. Светлана. Здесь парк. Прям слышите, как птички поют? Надо было тоже мне солнцезащитные очки взять. Да что-то, знаешь, дождь шел, и я что-то зонт взяла. А потом... Да, Милаш, они мне не пойдут. Дай попробую. Смотри на меня. Да нормально. Такая училка ты. Дети, все, сегодня у нас контрольная. По химии. Меня пугаешь. А ну вот эти-то. Вот эти пойдут. Унисекс. Ну ты же свои. Ну как, вот эти, да, эти хорошо. Ну, да. Спасибо. Пожалуйста. Померяй. А что я типа такие залапанные? Протри, пожалуйста. Протри, пожалуйста, обрубашечку свою. Протри, пожалуйста. Тебе красиво. Ну-ка, я тоже сейчас буду на чеках. Ага. А папу что? Ты куда? Ну куда? О, комфортненько.
Ай, кажется, комар укусил. Так прям комфортненько идти. Так, у нас тут такой шопинг. О, Миланка, вот кофточки, как я хотела тебе, вот такие с капюшоном. Ну, я не знаю. Особо пока считаю, что не нужно, да? Здесь разные бейсболки. Здесь, как всегда, куча много разных мягких игрушек. А вот, Милашка, твоя эта уточка. Ой, смотрите, какие кружечки. Такая сумка 150 рублей. На Валберрисе она стоит 400 рублей. А если заказывать через Китай, то она вообще рублей 50. Ну и плюс еще все доставки. Ну, 120, а доставка 150. Там достаточно не дешевая. Даже не на Алике. На Алике она будет еще дороже, чем на Валберрисе. По крайней мере, на Валберрисе она 400 рублей стоит. Ну, это да. Два раза дешевле. Я не знаю, Милашка, смотри. Тут вот должна быть, смотри. Ну, вот эти, мне вообще вот эти сумочки нравятся, красивые, да, они с такими жемчужинками, вот такие тоже красивые, Милаш, да. Красиво? Выбирай, Милашка, смотри, что ты хочешь здесь. А вот еще смотри, вот такая сумочка, тоже такая ручка с жемчужинками. Детские, да? А я, Миланка, выбрала, хочу себе вот такие бусы. Капец, посмотрите, какие они тяжелые. Огромные, да, да. Что здесь у нас? Здесь у нас куча разных брелочков и значки, Милан. От 5 штук 70 рублей. 350. А, 5 штук 350, да. У нас целая коробка, правда, их не знаешь, куда их деть. Но Милане всегда значки. Ой, посмотри, милота. Подожди, у меня тень. Вот, вот так. Ну, милота. У нас фотосессия. У Лики фотосессия. Милана говорит, я хочу значки. Я не хочу значки, я хочу эльфовые ушки. Какие? Пойдем покажи. Я не поняла, какие эльфовые ушки ты хочешь. А, вот эти вот. А зачем они тебе нужны? Я не понимаю. Прикол. Ну-ка, покупай. Ну, сейчас давай купим. Ну, сейчас купим. Я не стерва, это нервы. А? Я не стерва, это нервы. Трусики я с надписями. А еще тут что тут? Ни стыда, ни совести, ничего лишнего. А. Какие купить, с сережками или без сережек? Мне вон те больше понравились. Вот эти? Без сережек. Угу. Там смотри сама. Подожди, нет, мы сейчас папу подождем. Хорошо? Чтобы он одобрил нашу покупку. Ой, Лика, смотрите, куда забралась. Лика, держись. Все, Милана уже купила себе новые уши, чтобы лучше слышать. Тебе тоже нужны такие. Ты думаешь? Да. Дай посмотри, пожалуйста. Ну, дай посмотри. Сейчас. Вот такие вот уши. Смотрите. Помочь тебе? Тебе даже и сейчас наденут, Милашка. Ну, красота, слушай. Тебе идут. Идеально. Возьми себе тоже такие. Там есть, да, хорошие. Будем с тобой два эльфа, да? Да, смотри, а Лика сумочки, такие сумочки делает. И, кстати, у Лики сейчас вот такая сумочка похожа, да, с собой? Да. А почем сумочки? Красиво. 4000. Мам, вот Лика вот такую сумку делала. Так? Точно товарищ. Такой. Точно такой бисер. Ох, какой магазин, куча разных сладостей. А может какой-нибудь чаек взять? Ну, чая у нас много. Нет, чая у нас много. Можно вот какую-нибудь халву. Мы вот покупали вот эти, помнишь, раньше пробовали, вот они очень вкусные. Блин, я забыла, как они называются. С той стороны, как выйти? Ну, выйти и вот зайти. Только так. Морюшка. Я говорю, можно что-то бабушке взять. Не, бабушка от этого не будет в восторге. Почему? Это сладость что-нибудь. Он Лика уже. Милан, ты чего не видишь? Кушала стекло? Миланка чуть стекло. Мама, аккуратно в стекло тоже не врежься. Миланка чуть не. Мам, там надо еще глаза накладные купить. Ухом, да?
Это пляж Светлана, да, мам? Да. Морюшка, прям купаться, прям захотелось искупаться. Но ему без купальников. Вот, манго, ананасы, вот. Киви. Вот то, что я люблю, то, что можно взять. Давай возьмем, если любишь. Люблю. Но мне не нравится, что вот так открытое все стоит. Ну вот мне тоже отстают, сейчас такая думаю, как, что. Что, какие ложки? А как... О, прикольно, с любовью. Смотри, вот такие, давай, может, бабушки возьмем? А что, да ну, блин, это... Ну все, бабушка слышит, слышит. Все, вот. Бабушка конечно, слышит, 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 надо же да. Покупать бабушка, то, видишь, что нужно. Видишь, это не мы тебе ничего не привезли. Это твой сынок не хочет тебе привезти. Гадание. Просто эта фигня, которую бросят, и попробовать нет, руками не трогать. Мы купим, если надо. Это мыло, да. Облепиха, пряники. Смотри, мы зашли, сразу все залетели. Вот разные сладости. Пожалуйста. Все, выходим. Я вот это, конечно, больше люблю. Вот это вот делают в Адлере. А из Турции везут они вот это. Вот это вот она говорит именно турецкая. Вот это каждое, да, какое-то время им привозят. Mm-hmm. Вот что-то не хочу, я имею в виду сухофрукты вот такие больше бы поела. Мне нравится чуть-чуть хела очень. Но мы сейчас идем гулять, мы идем в кафе, поэтому как бы, ну, с этим носиться. А вообще, это очень вкусно. Слушай, а вот это вот зеленое, да, они ушли куда-то? А вот это зеленое, это что-то? Папайя, наверное, да? Мне кажется, нет, ну ладно. Ой-ой-ой, смотри, идет жирафчик. А где? А где Миланка? Я их не вижу. А? Сейчас он, конечно же, к тебе подойдет. Ой. Он меня поцеловал, кажется. Меня поцеловал жираф. А где Мила? Ты видел, меня вообще поцеловали? Кто? Жираф. Жираф меня поцеловал. А он может и съесть. Лика как раз снимала. Да, он прям подошел такой. Вот так. Я аж испугалась. Ой, там вот статуэтки красивые. Ой, вот это вот пойдем мимо. Все, ну, понятно. Шопинг не удался. А мы что, на машине? Да. А что? Да пиво хочешь. А все. Милана выбирает мороженое, не может определиться со вкусом. Это тоже ягоды, будут похожи. Что вишня, что вот это будет плюс-минус одно и то же. А вот это вот фиолетовое желтым, это что? Желтенькое или манго, может, где-то есть. Разные вот такие вот посыпочки, маршмеллоу. Или мохито, вот смотри, мохито. Арахисы. На белой вафельке. А мороженое определилось? Мороженое? Мороженое. Вот это вот сладкая вата и летняя прохлада. Кстати, его никто не берет, Мила. Может, другое, смотри. Ну, только поставь, видишь, а тут сразу как... Если много, значит, никто не берет. Наоборот, вещи разобрали. Так, что мы еще должны сказать? Фрукты какие? Клубнику? Только ники. А? Клубника тогда закончена. Бананы. Да нафиг не нужен бананы? Тогда вообще ничего. Ну, киви невкусно, ну, мы да, тогда давай брали. Давай лучше. Давай M&M's. Давай? Давай, M&M's. Ну и всем посыпать. И посыпать. Милаш, чем посыпать? Выбирай. Звездочки. И какая разница? Вот это да, посыпьте звездочки нам. Ага. Такие красивые кустики. Красивые цветы на фоне моря, волны. Такая красота. Прям так расслабляет. Здоровско вообще. Просто. Миланка выбрала вот такое мороженое. Бабушка купила Лике, Миланке. Не знаю, что там Лика выбрала. Вот такие вот вкусняшки. Гигантское мороженое. Мне кажется, одного было бы достаточно. Какое ты выбрала? Ягодное. Спасибо вам. Красоту. Вкусненько. Прелесть. Сказала бабушке спасибо? Сказала? А, Лика с маршмеллоу? А ты прям встала. А Лика выбрала вот такое мороженое. Женщина. Что вам надо, мужчина? Здорово. Ты вообще дельфинчик, папарацци. Забыл. Папарацци. Да, милаш? Теперь видео. Поехали. Слушайте, ну мороженое не дешевое. Почти что 500 рублей получается одно мороженое. Одна вафелька вот это. Ну вот это вот одно мороженое. 500 рублей почти. Что? Ну, да. Пусть мы ее внутри едят. Пробуйте.
Мне кажется, ну, ягода. Вот это вкусное. Какое-то, что это вот за... Это вот. А ну, дайте мне попробовать. Она прям такое сливочное. У тебя же ложка есть, на. Зашли в кафешку. И сейчас будем миди заказывать. Точнее, уже заказали. И все взяли по бокальчику, с мамой выпьем. Соусы. Гриста. Мама винишку взяла. Красота. Прямо так вот, рядом с морюшком. Просто прелесть. Воздух прекрасный, морской. Посидеть в кафешке. Невероятно. Кафе называется «Дивноморская ракушка». Вот оно. Открываем, так, ну мы зашли в кафе, заказали по бокальчику игристого. Здесь рыбка, барабулька и мидия. Давайте, я полю лимончиком. Здесь все такие мидии подают, вот такие сухарики очень вкусные. Заказали картошечка. Вот еще сейчас откроем мидия. В общем, конечно же, просто наишикарнейший вид, звук волн, просто великолепно вообще. Все, всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Еще такие перчатки дают, чтобы удобно было кушать, да, Милаш? Вкусненько. Я посмотрю, покажу поближе. Честно, я не понимаю. Вот так вот выглядит. По лимончикам, у тебя там лимончик, поливай и кушай. Покажи свой значок. Ой, какой котенок! Классный. Покажи свой. Ой, тебе смотри, так посылает. Вот такой значок анимешку, да, милашка взяла? Не могла мимо пройти. Очки, купальники здесь. Накидки, тапочки меховые. Рубашки. Лик, смотри, какой купальник яркий, красивый. Да. Мне кажется, это уже то, что есть. Почему? Да нет, вот эта лапша, да, да, это очень модно. Че, уши отваливаются? В общем, идем по набережной, гуляем. Покушали хорошо. И гуляем. Покажи свои уши. Ой, Лика, тебе идет. Лика, тебе идут такие уши. Лика превратилась в эльфа. Посмотри на меня. Я готова сниматься в мультике. Ой, жаль. Так она их так хотела, оказывается. Я не понимала, что она говорит. Что она говорит? Стеснялась попросить, да? Она стеснялась. Она подходит и что-то говорит. Я думала, она значки. Да, она никому ничего не говорит. Нет, она мне подошла и говорит, что ты там что-то значки. Я говорю, Мила, у тебя этих значков вот таких куча. Я в итоге все равно купила. В итоге у Миланы и значок. О, кепки, а почем как интересно? На Валбересе почем? У меня дома в личном почем? У меня дома в личном дневнике есть нормально. Два значка. А на набережной 700. У меня дома есть два значка, но один поломан без вот этой штуки. Класс. Но, блин, это именно... Кайф на набережной. Да. Это как Милана в Анапе купила, да? Прям возле дельфинария дельфинчика, да? Да, за 800 рублей, купила, конечно. Чем его стоимость. Но зато ей кайф и воспоминания, что она именно в Анапе в дельфинарии купила дельфинчика. Я потом да. О, мам, я тебе красавку. Кепку. Богиня. О, да, точно. Думала, ой, богиня. Душнила? Душнила? Тебе вот сюда подключу. Треплю нервы качественно. Где? Это, маме, это ко мне обращайся. Миланка захотела вату сладкую. Какую выбирай будешь? Розовую? Давай голубую. Я могу все цвета смешать. Давай все смешаем. Будет радужная, красивая. Такая. Эльф ел вообще вату сладкую? Нет, эльф вообще вату не ел. Милана ела. Такую вот вату Милана. Миланка, покажи, какая она красивая. Желтенькая, здесь розовая, и потом еще такая голубая. Такое облачко. Прям зонтик. Ага, красота. Зашли в сувенирный такой магазинчик. Слушай, вот этот какой красивый. Сколько он стоит? Легкий? 2500. Слушайте, он невероятный. Он нет, но он такой, как, знаешь, такой деревянный. Наверное, да? Ну да. Я так думаю. Я тоже так думаю, что это просто невероятный.
У нас вот такой есть. А раньше вообще, помнишь, мы искали гранат, да, не было. Да, просто вот так вот. Были тоже вот маленькие, большие, мы самый большой выбрали. И все, да. Вот таких не было. Вот это вообще, конечно, красота. Ну, вообще разные тут магниты. Какие-то книжечки, что это. Здравствуйте, девушки. А где значки у вас, которые светятся? Это такие разные значочки. Брелочки. Какие красивые. Да, 150 рублей такие черепашки. Есть, видите, двигаются лапки, шарики. Угу. Есть еще в таком цвете. Свисток. Вот я люблю такие всякие штучки. Или девушки, да? Не нужны есть. Нужны очень, между прочим. Красивые. У Меланки тоже есть такой. Ну, это как, типа, не то, что сувенирчик, это зеркальце такое. И улики красивые. Вот такой мармелад, смотрите, интересный такой. 180 грамм, 400 рублей. Смородина, вишня, миндалем есть разные. Кокосовый, кофейный, с грецким орехом, в общем, разные. Ой, я люблю вот такое все. И вот я люблю, говорю, такие сладости. Красота. А еще смотрите, здесь чай продается в пакетиках. Краснодарский. Краснополянский. Мелис, ромашка. 250 рублей. Николь, пойдем посмотрим, там еще есть. Орехово, что ты увидела? Что такое? Это подвесочки с камнями. Кошачий глаз. Это еще есть. И подвески. Да, 150 рублей. Они вот видишь, кажется. Ух ты, я не хочу. Все. Я бусы такие хочу. Я пошутила, пойдем. Мы привозили вот такого ежика, по-моему, на Морске. Где ежик? Не помню. Ника, где ежик? Куда ты дела ежика? Лик, сумочка такая, как тебе? Мочалка не нужна? Нет, мочалка не нужна. Не нужна. Ну ладно, смотри, я хотела купить. Мы идем домой, мне кажется, сейчас пойдет дождь. И у меня садится батарейка, все. Всем до завтра, всем пока-пока. Как-то пасмурно, да, стало? Все, пойдемте, да, домой. Уже все, ну уже Лика и устала, уже, мне кажется, сейчас дождь пойдет. К машине. Нет, к машине. Так мы можем тут остаться, а вы идите вдвоем. Нет, все, домой идем. Чтобы Лика не натирала нож. Все, пойдем. Пойдем. Милка, пойдем. Всем до завтра, всем пока-пока. Такой морской воздух, вообще красота.